развезло всю нашу, весь наш снегопад. Остатки роскоши. Я вам все в тех же галошах. Вот, потому что так подумала ползти по вот этой слякоти не хочется. Куда я ключи делала? Вот. Так что завтра у меня выходной. Вот такие вот дела. А уже четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Опять начинается моя трудовая неделя. Так что хочешь, не хочешь. Ой. Господи. Хочешь, не хочешь, а вкалываешь как макара. Макара. Сегодня к нам зашел мужчинка, потому что они туда-сюда мотыляются, эти товарищи, которые чистят дороги. Вот. Он зашел, да. Разговорились, он говорит, мол, здесь, говорит, хорошо, снега нету. Ну, вернее, он здесь есть, но он практически растаял. Такая бузя-музя. Говорит, в Гатефале 20 сантиметров снега и дороги не чищены. У меня тут мои глазки. Так что вот такая дребедень. Так что вот такие вот страсти, пока я никуда не поехала. Нет, это у меня были леденцы. Леденцовый леденец. На щуку. Вот так. Все, так что еду домой. Снимать мне неудобно. Поэтому уже как доеду, покажу. Что-то желающих гулять по такой погоде мало. Мои засранцы. У меня нарва вернулся. И я. Вон только птички. Мои засранцы сегодня бастуют. Сегодня у нас нелетная погода для котов. Ой, Дашка. Я нарва сегодня тут переделал. Перестроил эту штукерацию в этот самый в потолок. Он закрепил там. И теперь потолок для этих пупсиков. Ну что ты, мой пупсик? Да, ты мой пупсик. Вот, то, что теперь у нас теперь здесь можно лежать, тут можно лежать. Прям где хочешь, можно лежать. Красота моя. О. Топает моя звезда. Мусор относит. Тюфсик, что такое? Скажи мне, пожалуйста, что такое? Что у нас такое случилось? Что у нас такое случилось, а? Почему ты мяу? Почему ты мяу? Все, ты такой мяу. Ты такой мяу-мяу. Прям сплошное возмущение. Слышишь?
Ну, что ты ему? Все ты ему. Скажите мне, что у нас такое, что с нами такое случилось? Вкусняшек нам хочется. Или что нам хочется? О, это же вкусняшек нам хочется. Да. Опсик. Где ты, Бармалей? Урежи. Попоснимся. Нам, оказывается, вкусняшек хотелось. Ой. Так нам тоже вкусняшек хотелось. Вкусных.